На Кубани на 63-м году жизни скоропостижно скончался герой труда Кубани, генеральный директор крупнейшего предприятия «Совгигант», депутат законодательного собрания края Александр Кладь. Александра Анатольевича не стало 16 сентября. Это человек широкой души, настоящий патриот родного края, блестящий ученый и великолепный организатор. Благодаря его таланту ученого-агрария даже в самое сложное политическое и экономическое время в нашей стране на Кубани зацвели сады, говорится в официальном сообщении на сайте законодательного собрания края. Вся жизнь Александра Анатольевича была связана со Славянским районом. Свою трудовую биографию он начал рабочим совхоза «Сад-Гигант». Многие годы отдал производству, развитию и укреплению агропромышленного комплекса края. В 1989 году он возглавил родное хозяйство и с тех пор неизменно являлся его генеральным директором. Александр Кладь был доктором сельскохозяйственных наук, профессором, обладателем Ордена Почета, других государственных наград, почетным гражданином города Славянска на Кубани и Славянского района. Уход из жизни Александра Анатольевича – тяжелая утрата для его семьи, для коллег, друзей, для всей Кубани. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.